Всем привет! Это первый влог с буткемпа, это первый буткемп за несколько месяцев. Мы его очень ждали и вот наконец-таки дорвались. Потихоньку мы подготавливаем дом к приезду игроков. Сегодня в 8 вечера они прилетают, ну а мы пока тут наводим порядочки. Сейчас мастерица будет собирать кресло. У нас вот есть несколько кресел, которые надо собрать. Часть из них уже собраны, ну а я сейчас как бы, вы понимаете. Все, 15 минут и сборочка готова. Зовите Янку мастерицу собрать ваше кресло. 15 минут и будет все готово. Дорого, качественно и быстро. Так, а что тут у нас еще умеет это все? О, оно, капец, она, спинка откидывается прям, можно горизонтально полностью лечь. Не во всех это креслах есть, обычно под углом наклоняется, тут прям вообще. Еще и подушечки найс, ну, на этой, до этой я не достаю, но очень удобно вот так вот еще сделать. Так. Идеалити. Нам уже пора ехать за ребятками, они вот-вот приедут в аэропорт. 8 вечера мы их встречаем. Я надеюсь, что, конечно же, их пропустят и все такое. А то сами знаете, как сейчас нынче времена такие, ух, ковидные. Поэтому садимся в тачло и едем в Борисполь. Ой, ё-моё! На шлагбаум, да. С чемоданом. Все, а вы садитесь. Мы сейчас едем в дом, ребятки уставшие, нужно отдыхать, покушать, вот это вот все, а уже завтра или послезавтра, ну в общем в ближайшее время, расскажут парни вообще, как у них жизнь, чем занимаются и все свои планы на этот буткемп, поэтому не переключаемся. О, контент подъехал. Бодрит. После 10 часов перелета это лучшее, что может быть. В этом году у нас появилось два новых партнера, напитки Hell Energy и кресло GT. Еще нам привезли вот такого дружочка, и сейчас мы будем его наполнять вот этим. Прошло два дня, как ребята заехали на буткемп. Сегодня у нас игра против Гамбит. И вот сейчас Заур расскажет, как тут дела, как атмосфера, чем занимаетесь. Атмосфера good. Заехали не так давно, чтобы какие-то выводы делать. Просто играем, тренируемся. Еще выйти даже не успели. Так что, как обычно, буткемп, сидим, играем, кушаем. Сегодня вы играете с заменой, да? Да. Как оно? Тренировались ли с Никсом? Ну, я слышала, что да, были. Да, вчера две игры сыграли. Две. Как это вообще работает? Играть с заменой? Ну, то есть, со стороны кажется, что это как-то немного, ну, странно. То есть, это впервые Valve-систему это ввели. Ну, вообще, вот, как изнутри команды? Как это происходит? Ну, мы, конечно, этому не рады были. Мы до вчерашнего дня, по-моему, надеялись на то, что нам дадут шанс, ну, типа, без замены играть. Надеялись на это. То есть могли, да, еще? Потому что ж правила выкатили. Что-то там они обсуждали, я не в курсе, я не подробностей, ну, не спрашивал. А так мы надеялись. Ну, посмотрим, что выйдет. Мы не тренировались особо.
привыкли уже с Никитой играть, и поэтому будет тяжело. Вот я у Заура спрашивала, у тебя тоже спрошу, может ли игрок, мы возьмем ситуацию в вакууме, если это не Саша, если это не HellRaisers, но игрок, который ушел из команды, может ли он вот на официалке, если ему надо стендынить, играть на полную силу, как думаешь? Ну, мне сложно судить, на самом деле, потому что с таким сталкиваюсь впервые, что есть именно вот такие сложные рамки, ну, даже, что ты можешь взять стендын только на 4 игры. И при любых вообще других обстоятельствах, даже когда, наверное, игрок сам не хочет играть, остальные 3 игры ему приходится играть. Я не знаю, как Саша мотивация, но у некоторых, ну вот у Гамбита точно, ну я думаю, точно такая у Эйна мотивация, что он не хотел играть в составе. Саша просто будет играть свою лучшую игру, я не думаю, что он хочет подвести нас, так как он играл в этой команде, он не хочет подвести организацию. В принципе, и Саша вчера, ну, показал, что он может. Вот с тех пор, как Никита пришел в команду, у вас результаты сразу, ну, стали стабильно хорошо. То есть вы 3-0 играете сейчас. Mm-hmm. То есть это связано с чем? Ну, я понимаю, что там новая кровь, да, немножко по-другому, но как ты думаешь, почему вот все так хорошо пошло? Ну, тьфу-тьфу-тьфу. Я лучше скажу, почему так плохо было, так это потому, что Саня в себя не верил. Ему было максимально некомфортно, он в себя не верил. Ему надо было, скорее всего, времени, чтобы в себя поверить, почувствовать свой лайн, играть нормально. Из-за того, что он был не уверен в себе, мне кажется, мы проигрывали. Тут пришел Никита, он тоже был, ну, после перерыва начал играть, набирается сейчас снова свою форму, набирает форму свою и набирается уверенность. Он, то есть, желает играть, у него снова мотивация появилась, поэтому, я думаю, из-за этого. Ну вот, Роман как капитан, вот расскажи. В «Империи» он не был, ну, у нас в «Империи» был Андрей Мак, капитан, ну, вот так ярко выраженный, даже не ярко, скорее всего, он выделялся среди нас. Тогда он был капитаном, Рома тогда еще не был капитаном, он был гораздо моложе. И сейчас он, ну, так сказать, будет его становление тоже происходить, потому что, ну, он захотел, у него есть желание, у него есть задатки, я считаю, он много работает над собой, и поэтому... Я буду только рад, если Ром будет нашим капитаном. Сейчас матчи проходят, ну, один раз в неделю, два раза в неделю. Одну неделю вы вообще отдыхали. Да. Это ок или не ок? Меня раздражает. Хочется почаще. Ну, быстрее турнир закончить, Next играть. Вот это вот раздражает, будто бы ты... Я не знаю. Неудобно. Мне лично. Вот есть еще такая проблема глобальная, что у игроков в отсутствии ланов мало мотивации. То есть играть... Mm-hmm. Есть ли у тебя вот этот момент? Может быть, у кого-то из команды, конечно, это сейчас можно минус наговорить, что нет, все, мы без мотивации, но в любом случае, есть ли вот, вот это вот фоном она, ну, играет? Я бы не сказал. Я довольно-таки долго отдыхал тоже после ВП, по-моему, да, я отдыхал. И особо желания не было играть. Сидел себе в паблике, играл, отдыхал, там, в жизни чем-то занимался. Сейчас мне это надоело, и снова начал играть, так что есть ланы, нет ланы, на меня не влияет. То есть круто сидеть и понимать, что они скоро будут, что немного осталось терпеть, потом будет круче, но тем не менее, да, хотелось бы, чтобы они были, но это так тоже сойдет. Ребятки, напоминаю, что наш партнер Parimatch дарит вам бонус, плюс 100% на первый депозит при регистрации. Зарегистрироваться можно по ссылке в закрепленном комментарии. Также это можно сделать в мобильном приложении Parimatch. Удачи! Хорошо, можно? Быстро, можно? Вайда, вайда, вайда. Илюх, заплачу. Да, 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 я смотрю. Я контролю, дай это врет, дай. Еще не умер. Умрет, умрет, умрет. У меня ход. Здесь еще было, да. Там маны. Их двое, все. Да, 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 чей. Дальше, дальше, дальше. Я собью ТП, если что, ребят, я собью ТП, если что. Окей. Я быстро тогда его. Давайте вот так должно стать. Убиваем ульту, у меня есть спид. Я дал, все равно. Или дай это контролем. Дай это контролем. Можем? Блин. Мне хелп нужен. Мне хелп нужен. Очень. Нет, да?
Сейчас, Олег, зачилимся. Минут 5-10 перерыва, можешь выйти подышать. Тяжелый игра. Go next. Все нормально. Тяжелый игра. Я тебе скажу так, ему невозможно играть. Первые 40 минут что-то исходило, чего? Ну да. Саня, сначала на глинер вышел, то вышел. Долетаем, долетаем. Саня. Вон, вон, а можно? Постой. Какие гвозди за... Вон. А, все, забейте. Блин, я потратил все. Просто нет, ребят. Илюк. Мне плохо дали, мне плохо дали. Спину, спину, можно. Тут спину чала. Да, я вижу. Есть бэбэк? А, у него рефреш, у него рефреш! Я их смотрю. Смотрите. Да, да. Там идут, там сейчас будет не вот эти. Да, я не могу нажать. Я их вот заплю. Я не убил. А, не да, пытаюсь. О, он тебя видит. А, или он просто хотел. Сикер идет, парни, сикер идет. Смотрите. Я аппарат пробиваю. Как и жена. Ну что, Кэп, сложный день сегодня выдался. Тяжеловатый, да. Игра первые 80 минут, которую... Mm-hmm. Она могла в обеих стороны закончиться много раз. Да, и, кстати, поначалу я помню, что ты говорил, что тебе EP очень нравится, и все, и начало хорошо пошло. Да, мне в обоих играх драфт наш нравится. Просто execution страдает пока что. Да, ну, бывает. В любом случае, первые три игры вы выиграли, правильно же? 3-0 было. Сейчас вот одна чуть-чуть подпортила. Но в целом, рассказывай, как у тебя дела, как дела у команды, буткемп. Ну что, пару дней назад собрались на буткемп, да, с ребятами, как бы узнаем друг друга, общаемся. Пока что все очень приятно, комфортно. Всем друг с другом комфортно, играем, у нас получается на КВшках процентов 80 игр побеждать. Mm-hmm. Неважно, гейм способом, что у нас полный хаос творится, но это как бы рабочий процесс. Про драфты. Ты сейчас в основном драфтишь, я так понимаю, с тренером, да, вы вместе, да, этим, да, занимаетесь? Ребята помогают тебе? Когда я прошу какую-то, да, какой-то совет со стороны, там, либо какой-то бан нужен специфический, под, допустим, мидера, у Никиты спрашиваю. Советуюсь с ребятами, там, допустим, я говорю, там, вот есть пару героев, какой лучше, ты думаешь, в этой ситуации? Ну, такая у нас более совместная работа, но в целом идея концептуально драфта, ну, у меня в голове сохраняется. Вот в связи с тем, что ты взял на себя роль капитана, чувствуешь ли ты какую-то, может, двойную нагрузку? Да, на самом деле, поначалу я не ожидал, что столько будет... как бы хлопот в этом плане, то есть тебе нужно фокусироваться на своей игре, потому что, ну, оффлейн нужно отыгрывать должным образом, плюс тебе нужно работать с драфтами, это тоже нужно нереальное количество времени уделять этому, плюс тебе нужно, ну, картинку в самой игре держать постоянно в голове, там проговаривать, как мы играем сейчас, там, либо мы фармим, либо мы ждем какой-то слот, либо мы идем на Рошан, короче, какие-то такие макрозадачи тоже озвучивать. Ладно, тебе спасибо за время. Готовьтесь, тренируйтесь. Я буду, да, тут это суппортить всячески. Спасибо ребятам, что болеют за нас, если такие таковые имеются. Да, много на самом деле. Хейтерков, нам нужно, конечно, еще тоже чуть-чуть времени для того, чтобы стать полноценной командой. Ты, кстати, сильно на хейт обращаешь внимание? Ну, его как бы сейчас много. Сейчас вообще нет. Молодец. Ну, я понимаю, что его должно быть много, потому что, ну, для меня это новый амплуа. Поэтому тут больше не к тебе, я бы не сказала, а просто, наверное, то, что когда еще вот собрали этот состав, что не стакалось якобы 4 жадных игрока, и вот было много об этом, но я думаю, все будет четко, должно быть четко. Ну, я знаю, о чем ты говоришь. В крайнем случае не будет. Худшее, что может произойти, да, четко не будет. Ладненько, ребятки, спасибо, что смотрели этот влог, увидимся совсем скоро на канале Hellraisers.